Праздник продолжается. Совсем недавно Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 225 лет. Важную дату не обошли стороной вахтанговца, поэтому второй день фестиваля «Вахтангов. Путь домой» был посвящен творчеству великого поэта, когда-то побывавшего и в наших краях. Первым осетинский зритель узрел кукольный спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль», описывающий последний день из жизни русского гения. И чтоб приблизить сражение момент оглушительный, аплодисменты. Спектакль в Северную Осетию привез из города Мытищи театр «Пушкинская слобода», автор пьесы Владислав Костин. Он рассказывает, отправной точкой для создания этого спектакля стало сходство кукольного героя Петрушки и Александра Пушкина, как персонажей, побеждающих смерть. Мы выпустили его весной и вот только начинаем свои гастроли, свою работу показывать зрителям. Ну и продолжаем работать на самом деле над спектаклем, потому что разный спектакль, разный зритель, все пока очень даже по-живому происходит. Надеемся, что мы как-то вырастем еще. А история очень простая. Это последний день Александра Сергеевича Пушкина, когда он собирается и бежит на дуэль. Что с ним происходит, с кем он встречается? Дело в том, что этот спектакль, вот я практически сюжет вам рассказал, но на самом деле это форма народного театра кукол, положенная на историю последнего дня Пушкина. Насколько это вот для зрителей понятно, мы очень надеемся, что там все ясно и не возникает вопросов. Ирина Удачина в спектакле играет роль Арины Родионовны, няни Пушкина. Актриса в Северной Осетии впервые признается, не ожидала такого большого количества зрителей. Публика вообще огонь. Я считаю, что это очень добродушная, очень такая привечающая. И я думала, все разойдутся, но нет, их становилось все больше и больше. И так это все комфортно и уютно, на этих стульчиках, в тенечке. Нет, очень здорово. Нам очень повезло с площадкой. Да. И со зрителем. Да, чудесно. Спектакль был полон неожиданных сюжетных поворотов и кукольных сюрпризов, которые сопровождались под живое музыкальное сопровождение. А самое важное, он был интересен зрителям абсолютно всех возрастов. Подача интересная, вот необычно. И, честно говоря, кое-что даже я узнала нового, что, оказывается, Чайковский выпил воды и от холеры умер. Я вот этого не знала, честно говоря. И очень интересная подача, и актеры приятные. И вот эта вся подача такая в игровой форме, ну, очень необычно, очень понравилось. Самая загадочная и манящая к себе площадка расположилась на верхней части Центрального парка. Здесь уличный театр, странствующие куклы господина Пыжо представили интерактивную инсталляцию. Зрители попадают в странное видение, в котором бродят духи снов и Арина Родионовна. Вы боитесь, что это гипноз? Я так подумала почему-то, что гипнозируют детей. Что-то так показалось. А сами не боитесь? Нет, меня никто не сможет загипнозировать. А вдруг смогут? Нет, не смогут. А правда ли Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Какой же день без шампанского? Так решили Моцарт и Сальери, которые раздавали бокалы всем пришедшим зрителям. К счастью, все обошлось без отравления. Исключение, конечно, сам Моцарт. Ты думаешь, ну пей же. За твое здоровье, друг. За искренний союз. Связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Постой. Ты выпил без меня. Не чокаюсь. За мое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Ой, да хорошо. Московский театр «Трикстер» – один из самых успешных независимых театров России. Был основан в 2010 году. В репертуаре театра постановки разных форматов – от камерных моноспектаклей до уличных шоу. Спасибо большое! Я всех очень люблю!
доверяют пить шампанского с их рук или нет? К сожалению, не доверили им. Да, Сальери мог отравить всех в аудитории, поэтому мы решили воздержаться. Что понравилось больше всего именно в этом спектакле? Да все чудесно, а актеры великолепные. Актеры. Харизма Сальери, да, прежде всего. Помимо Моцарта и Сальери, театр Триксер представил еще два спектакля в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов путь домой» – «Лукоморье» и «Записки Черномора». Последний, казалось, собрал возле сцены всех детей республики. В спектакле использовано множество выразительных средств – видеопроекции, современная музыка, теневой театр, драматическая актерская игра и, самое главное, возможность зрителям стать героями поэмы. Мне очень понравился спектакль, такой смешной вообще. Моей сестре тоже очень понравилось, она вообще смеялась. А как ты попала на сцену? Вот про это тоже расскажи. Мама мне сказала, иди я и иду. И что, понравилось? Не боялась ты? Понравилось, конечно. А не боялась ты? Нет, я в детстве, он боялась, иди. Но сейчас уже нет. В течение дня в парке и на проспекте Мира расхаживали Александр Пушкин, Николай Гоголь и Федор Достоевский. Это были великанцы уличного театра «Кукольный формат». С ними непрерывно фотографировались, обнимались и даже обсуждали, как проходят вечера писателей в Северной Осетии. А как вам у нас в Осетии? Я вам так скажу. Я очень бойко бегаю по местным горам, как вы знаете, и до Турции добегал. Здесь лучше всего, видно, климат сказывается, климат. Мои кудряшки так и вьются от вашего воздуха. А мысли в голове так и блещут новыми, новыми стихами. Спасибо вам, вы вдохновляете. А вдохновлены вы сами наверняка и горами, и воздухом чистым, и рекою Терек. Спасибо. Время 16 часов. В доме Вахтангова собрались ценители поэзии, дабы послушать стихи великих советских поэтов из уст народного артиста России, ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева. Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский. Евгений Князев начал читать стихи Владимира Маяковского, продолжил творчество Михаила Светлова и завершил вечер стихотворениями Владимира Высоцкого под аккомпанемент Азамата Тидеева. Евгений Князев в Северной Осетии часто гость. Совсем недавно он выступал здесь в рамках столетия республики. Там же он познакомился с нашим молодым гармонистом и даже успел выступить с ним на площади Свободы. Такой дуэт понравился местным жителям. Наверное, поэтому они решили повторить, но уже на сцене дома Вахтангова. Наше выступление это было скорее больше спонтанное, потому что после вот завершения того самого концерта на площади Свободы Евгений Владимирович обратился ко мне с таким предложением выступить на его двух творческих вечерах. Ну, я, конечно же, не смог отказать себе в таком удовольствии, если, наверное, так это можно назвать. Вот. И, собственно говоря, наши концерты прошли, я считаю, что на очень хорошем уровне. Вот один из номеров у нас родился буквально в день концерта, даже не за день, а в день концерта. Евгений Владимирович предложил сделать новую вещь. Это, конечно, всегда интересно, потому что не знаешь, что сейчас будет, еще через 100 часов концерт у тебя. Я считаю, что все получилось, все было очень здорово. Несостоявшиеся Ромео и Джульетта в трагедии, которая растянулась на всю жизнь.
Так называют историю любви Виктора и Гелены из «Варшавской мелодии» художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Мастерская» Григорий Козлов. Именно этот спектакль показали вечером на сцене Русского академического театра имени Вахтангова. Про тебя-то я забыл. Ты заметил. Главные и единственные роли исполнили Глеб Завчук и Дарья Завьялова. Два молодых актера, выходцы Санкт-Петербургского театра «Мастерская». Оба разные, но идеально похожие на своих героев. Для нее эта роль была воплощением мечты, для него – возможность быть артистом. Изначально вообще поступала в театральный институт, потому что сходила в МДТ, в Малый драматический театр в Петербурге, и посмотрела «Варшавскую мелодию». Играла Уршула Малка и Данила Козловский. Вот. Не могу сказать, что я не соприкасалась с театром к тому моменту. У меня было много творческих занятий. Вот. Но я тогда посмотрела и подумала: «Я хочу!» И, собственно, мы вот с Глебом с первого курса стали носить пробы на этот спектакль. Мы вообще с Дахой раньше встречались. Вот. Мы когда были студентами, она очень сильно любила это произведение. И вот мы ее показали, и наш мастер Григорий Михайлович Козлов, он сказал: «Делайте дальше», и мы, конечно же, ее не делали дальше. Но в итоге мы этот спектакль выпустили только, получается, год назад. На самом деле это сейчас одна из моих самых любимых ролей, потому что там очень много есть чего поискать. Там и возраст, да, там проходит 10 лет, и почему они расстались, и почему он не смог остаться с ней, что там вообще происходит у него внутри. Сыграть то, что играли великие, или что-то за это получить. Ну, то есть вот это действительно было такое детское, мне кажется, чисто и громко будет звучать, это пусть лучше кто-то со стороны скажет, но вот просто желание, и у меня не было никаких мыслей, что об этом подумают, или там, насколько это претенциозно, просто хотелось. Чтобы принять участие в фестивале, Глеб и Дарья вместе со всей командой прервали свой отпуск. Перед окончанием сезона, в принципе, нам сказали: «А хотите, мы вам отпуск пополам поделим, а вот эту серединочку отпуска съездим на фестиваль?» И мы такие: «Да, конечно, давайте, делать же нам нечего. Очень интересно побывать там, где мы не были никогда, во-первых, да. Во-вторых, себя показать. Это первый фестиваль, историческое событие, можно сказать, для города. Тут Булгаков, тут Вахтангов». У меня ни на секунду не было сомнения, что отпуск, не отпуск, вообще все равно. Надо ехать, это здорово, это другие люди, другое место. Тем более делать-то действительно нечего в отпуске. Эта история двух влюбленных стала завершающей точкой второго дня фестиваля. Впереди еще 5 дней праздника и 5 спектаклей, которые представят театры России.